Друзья, я хочу сегодня поделиться своими впечатлениями, своим радостным таким событием, которое произошло в моей жизни, и, может быть, кого-то приободрить на действие. Вот за вот эту работу в международном конкурсе, в котором участвует больше 70 стран, Golden Time Talent, я заняла 3-е место. Мне не хватило всего 3 пункта, чтобы зайти в лигу 2-х мест, но для меня это уже очень огромное достижение, большой шаг, потому что поучаствовать на уровне с очень сильными художниками и показать свою работу и занять 3-е место, это просто для меня вот действительно реально, для человека, который никогда нигде не участвовал, ни в каких конкурсах, потому что я никогда не верила до конца в себя. И я всегда рисовала на уровне хобби, у меня нет специального образования. Для меня это огромный шаг, огромное достижение. И мне хочется сказать, что, друзья, все, кто пишет картины, может быть, рисует дигитальный рисунок, может, поет, танцует, это вот этот конкурс предлагает в разных вариантах предоставить свой талант. Может быть, вы что-то творите прекрасно руками, не бойтесь заявлять в этом миру. Показывайте, демонстрируйте это. Это дает такой заряд энергии. Ты понимаешь, что ты талантлив, что твои работы не просто на уровне того, чтобы повесить где-то на кухне, а что они действительно оцениваются экспертами своего дела на таком уровне. Для меня это прям вот большая радость, и поэтому верьте в себя, верьте в свои способности, не опускайте руки и творите красоту, показывайте ее миру, пусть этот мир станет лучше.